меня была боль в ноге, в пятке. То есть я на протяжении полгода, как когда сына слышала. She had pain in here. What's this? Pain in her Achilles heel. Yeah, in her Achilles heel. She felt pain. Ну вот я, как вы сказали, проверить, то есть я проверила, но рукой нажимала на пятку, то есть боль намного меньше стала, я думаю, что вообще прекратится. And she felt this pain for 6 months, and she touched and tested her heel, and now the pain is ceasing, it's going away, she feels like it's going away, and she believes that soon it'll be gone. So tonight, сегодня вечером, When we asked people to touch themselves, she's another one. Вот еще один человек. When she touched her heel. Она коснулась пятки своей. The pain started to leave. И боль стала уходить. After 6 months of pain. Потому что она 6 месяцев, полгода она чувствовала боль. In her Achilles heel. В своей пятке. And Achilles heel is one of the worst injuries you can get. И самое отвратительное повреждение, которое в жизни можно получить, это пятку, ранить пятку. Да, я даже знаю, это можно. Сейчас нормально. Все нормально. She could walk, but she felt pain. И сейчас не... And she could not press hard. А сейчас спокойно можете нажимать. Yes, she checked, she tested. Слава Господу, слава Господу.